Такие соревнования впервые прошли в России. До этого их проводили только в США. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из 9 стран. Среди них призеры Олимпийских игр и знаменитые бойцы UFC. Зрители увидели поединки по вольной и греко-римской борьбе, а также грэпплингу. Это особая техника с использованием захватов. Спортсменов и болельщиков поприветствовал губернатор края Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил организаторов и подчеркнул, что на Кубани особое внимание уделяют развитию боевых искусств. Я хочу сказать слова огромной благодарности организаторам настоящего фестиваля за то, что он первый прошел не в Москве и не в другом столичном городе, а здесь у нас, в Краснодаре. И это событие, я уверен, надолго останется в памяти всех сюда пришедших. Что касается греко-римской борьбы, самбо и иных единоборств, безусловно, они заставляют наших мальчишек, где-то и девчонок, уважать соперника. Они создают то, что является главным в течение всех их жизни, самым главным оружием, силу духа, воспитывают уважение, дух, который всегда был и есть главным оружием нашей страны. Я всех хочу поздравить с этим событием, пожелать вам на самом деле эмоций, которые будут с вами долго и долго. Здесь собрались выдающиеся спортсмены Кубани, России, наши кубанские ребята, которые сделали Кубань известной всему миру. Напомню, на Кубани к 2023 году во всех районах планируется открыть центры единоборств. До конца 2019 начнется строительство первых 10. На эти цели из региональной казны будет выделено около 400 миллионов рублей.